В детской школе искусств города Видное прошел концерт учащихся под названием «Осенняя симфония». Это первое в этом году мероприятие в рамках проекта «Детская филармония. Времена года», который 10 лет назад был организован преподавателем по классу виолончели Екатериной Ефремовой. Юные музыканты продемонстрировали свои творческие способности сверстникам. Основная идея программы – познакомить подрастающее поколение с миром искусства. Учащиеся по классу фортепиано, скрипки, аккордеона, балалайки, гитары, саксофона выступали в детских садах и учебных заведениях округа. Позже к проекту подключились такие направления, как хореография, современный вокал, ударные инструменты, театральное отделение и фольклорные ансамбли. Не осталось в стороне и художественное отделение школы искусств. Во время концерта на экране были продемонстрированы картины начинающих живописцев. Напомним, что творческие мероприятия в рамках проекта «Детская филармония. Времена года» будут проходить в течение учебного года на разных площадках муниципалитета.